Здорово. Они тебя убили. Меня? О, как мило. Я вовремя. Кто такие-то? Ой, боже мой. Сука, почему так вовремя? Гуфи какой-то. Блять, до шкафа дошли. Все гаражки хуярят. Ну, пускай им же хуже. Так кто это? Что за герои? Такие прям лютые. What's up, man? I'm trader. Yeah, get traded, boy. GG, GG. No GG. Pick me up. Yes, GG. Зарубежка. Insane. Бля, я вообще таких не знаю. Why offline raid, pussy? Yes. Give us all sulfur, and we will not grief you then. It's your chance. Anyway, we will grief you. So, it's your choice now. No sulfur. No sulfur. Yeah. Yes, sulfur. Okay, so leave this place, because you will lose so your base. So, you fucking totally pussy, offline raid. Yes, yes, bro. I'm pussy. Yes. You lost your base. Bye-bye. Ну, лучше так. Пускай они поищут, так сказать. Так, ну на хате у нас я никого не вижу. Сейчас я бегу за этим Гуфи. Надо бежать срочно, потому что они нихера не с дороги. Слушай, это походу вот эта база и есть. У них печки куча горят, я уже вижу. Так, вот он здесь щелкает своими дверьми. Очень много. Сейчас жду, пока он выйдет на крышу и убьет меня. Оу, офлайн рейдерс. Окей, with your base, yes? Тут, там. Улетели на коптере. В нашу сторону. Это они нас рейдили. Но они что-то еще тусуются. В рейд-будке своей. Лол, они вынесли даже это, чтобы коптер украсть в гаражке. Да его там давно нету, блядь. No sulfur. I'm trader. Scrap. Understand? Understand? Where is sulfur? Oh, where is metal and sulfur? Where is sulfur? Metal? In my DC. Sulfur? No sulfur. I going raid and lost sulfur and explosive ammo. A case. A case, no case. Lost a case. Gimme, kurva, pedale, your sulfur. Ты че копа выеби? Right? No, kurva. No, okay, perdole. Yes. No, you fucking pussy, offline raider. Курва, пердоли. Это, я им все доказал, то, что у нас ничего нету. Я им сказал, что я ходил на F-15 рейдить и потерял весь сульфур. Он спрашивает про калаши, я сказал, что тоже потерял там калаши на рейде. Ну, типа, последние они с меня подняли. Теперь они будут 3 часа сидеть там думать, где же нычка. Задолбали. Они пытаются все просмотреть. Они думают, что что-то у нас в башне. Нам надо быть тупым, чтобы думать, что у нас что-то в башне, потому что они открыли всю башню. Они ее прорейдили, прикинь, даже вверх. Не, ну я понимаю, что пацанам обидно. Типа, они столько потратили, алло. Зарейдить, извини, даже вертолетные гаражки, чтобы украсть сам вертолет. Такое себе. Особенно которого нет. А, его еще не было там? Нет. Я же говорю, он взорвался еще. Ночью я зашел, блядь, хотел его починить. Черт, опять-таки неловкая ситуация. Да я пиздец, какая-то пидорская база, блядь, у нас. В плане? Ну, блядь, трейдят люди, нас расстраиваются, блядь. Нахуя так делать? Вот они сейчас, блядь, себе места не находят. Как же так? Ужас. Застраивают этот, да. Второй выход нам застраивают. Вармор. Вот, чего, суки. Ёбаный в рот.
Ага. Реально вармор. Шкаф катает вармор, походу. Да, они шкаф переставляют. Ха-ха-ха. Не, пацаны, армор это хардкор. Гоу не хардкор. Гоу железку хотя бы. Его нахер. Блять, на железку даже согласен. Я не понимаю, он не застраивает шкаф. А если я как крыса проберусь и авторизуюсь в нем? Он ушел. Я иду авторизовываться. Стоп, да. Не. Что? You wanna get your base back? Give yes. Give me fucking sulfur. No sulfur, bro. No. I lost sulfur. Seriously, bro. I don't lie you. Believe you. Sorry, bro. I don't lie you. I lost sulfur. Open a garage door. Open a garage door. Okay. Okay. Open all the doors, then I will ungrief your base. No. These doors are mine. Nothing. Nothing, bro. Nothing. Back my base, please. Тихо, я его, по-моему, так сейчас развел по-лютому. Wait. Thanks. Bye-bye, my DC. Dude. Have fun. My DC. Back my DC, I don't please. Have this DC. I don't have this DC. It's building block for me. You need to talk with Piotr Z. Что-то разрушил. О! No, bro. No. Please. No. Yes, bro. I lost sulfur. No, you need to move. I don't lie you. You need to move. I will let you take everything from this base. Like garage doors and some shit. But you won't live here. Sorry, bro. Back my DC, please. I'm trader. To scrap. Sorry. Fish. This is Fish Corporated. Fish Corporated. Understand? Why do you need scrap? If you are a trader, you don't need weapons. You don't need base. You can build your because base. It's full wooden like because this. Because I'm lost you don't need all fucking furnaces. My weapons, Thompson and one AK. You give AK, no, I took my friend. AKs. Курва ебана. No, курва ебана. No, курва ебана. Back my DC, back my fucking DC. You pussy? No. You leader. Back my DC. I'm back leader. My DC. Piotr Z is leader. Where is Piotr? Look at the chat. Come, lead. Come on. Знаешь, это какой адекват получился антирейд нашей базы? Словесный. Я их запутал. Я им все открыл. Вот, кроме рыбалки, я автоматически шел в сторону нашего того. Our leader. Where is Piotr? Where is Piotr? Мазафака. In place, мазафака. Жена, пошли спать. Все, он отпизделся. Да, я все именно отговорил, да. Пётр? Where is Пётр? Пётр! Here. Пётр, back my DC, please. I'm trader. No sulfur. I go raid and lost sulfur, explosive ammo, AK, and AK. I have to think about this. No thing. I'm trader. Fish Corporated, understand? Fish. The best fish. Nyami. I'm friendly. Yes, I'm friendly. No kill. Yesterday? Why you shoot me? Why? Sorry. Why you shoot me yesterday? Really sorry. My friend shoot you. Is okay. Yes? No, I saw your nickname. No.
I'm... Your nickname. You killed me yesterday. Yeah. I'm friendly. Don't kill you and you friends. We can talk about this, but you have to farm sulfur for us. How many? We can talk about this. What's your offer? 10k. 10k? Yes. No, no, farm it's you. It's not enough. No. It's not enough. I farm like 20k in 1 hour, so I will give back this base for 2 hours, so 40,000. Oh, 40k. Whoa. Yes. One in and day? Half box. No. Just one time. One time. Okay. Back my base. Okay. You can go with insane. Okay. Thanks. Я договорился насчет того, нам возвращают базу. Но мы им должны 40к серы за это. А губу не хочет он раскатать. Я его убил. Он за это кинул обидку на меня. Оказывается. Где ты его убил? Ну, я его убивал. Я не знаю. Он сказал, что я вчера его убил. Их лидера. А как его? Он за это обиделся. Его зовут Петр, а по-другому пилот. Я помню эту пилотку. Это рили, причем не много раз. Так он не успеет ремувнуть, алло. Там уже столько времени прошло. My DC, back. My DC, please. What the fuck, bro? Bro, it's too late. My apologies. Ага. I took my hammer. I tried to destroy this shit, but... Пётр, say back my base. No repair fucking armor, please. Maybe here? I can say, TC is here, but I can't destroy this shit. It's too late. It's like 5 minutes, and it's gone. You fucking idiot. Understand? Farm sulfur for your base. Understand? My DC. When you will... Okay, when you will give us 50k sulfur, we will destroy it and we will give you this shit, okay? Explosive fucking... I can't do this. Explosive fucking armor. Because Peter say, my back my base. Yes. Back my base. Back my base, my DC. Explosive. Raid with armor. We haven't got sulfur to raid this shit. Understand? What the fuck, man? No sulfur? No explosive ammo? No rocket? Yeah. Fuck! Yeah. Because raid my base. Understand? Yeah. Give me your shit. Give me your hidden sulfur. And I will no fucking hidden sulfur. I'm lost fucking sulfur. Back my DC. No, you didn't lose. I can't give you a DC. Give me explosive ammo. I will fucking break it. Now I can't. I can't destroy it. It's too late. It's like 5 minutes. Ну, они сами, так сказать. Я подписался на 40 тысяч сульфура. Они не вернули мне базу. Так что хер вам! Они 40 тысяч сульфура. Суки. Мы можем только снять армированные двери, переставить их в печку. А печка захвачена, да? Ой, времени 7:00 утра. Да, печка не наша. Дерьмо. Но я не знаю, это надо, типа, ставить какую-то кибитку здесь напротив. А у нас же в магазине херова туча всего, лол. Change. 'Cause there's no-
no going back, no going back. There's no going back to your own life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling here tonight, riding on the dizzying heights. Я делаю нам черепаху. Сейчас я только голову допилю. Ну не рептилия, шкафка, а корпорейтед. Ну будет рептилоид корпорейтед. Так, ну все, вот она заветная дверь. Ну что ж, я отстроил, значит, черепаху. Там у нас стоит две лутовых, и туда вскинуто сейчас на данный момент всякое дерьмецо. А основа хранится у нас вот в этой вот кибитке. Потому что она явно больше защищена, чем камень. Далее, я иду смотреть нычку на ее хп. Если она не гниет, вот, то, соответственно, я иду спать, потому что я не могу. У меня уже глаза просто щипят, я плачу, сижу, и что со мной только не происходит. Потому что я поспал, вообще, считайте, не спал. Мне позвонила эта жена адеквата и сказала то, что, типа, нас рейдит. Так, ну, вроде как, да, нычка наша не гниет. Нигде. А, железо я еще не глянул. Гниет или нет? Нет, наш шкаф все забрал в себя, впитал. Так что все путем. А вот то, что установили они, по идее, должно гнить. Так как шкаф не забирал этого. Не гниет. Они что, закинули туда хай-квалити? Вот эта стенка, видите, сгнила? Которую они ставили. Просто времени уже очень много прошло, пока я там строил эту черепаху и все остальное. Короче, что получается, в любом случае нам придется рейдить 800 разрывных делать, чтобы забрать свой шкаф обратно. Что-то такое себе. Короче, как говорится, надо поспать.